Израиль объявил о подготовке второй миссии на Луну в первой половине 2024 года. Новый корабль будет состоять из двух посадочных модулей и орбитального аппарата, который, по задумке, должен будет работать на Луне несколько лет. Президент Реувен Ривлин отметил, что второй Берешит – это проект, который откроет глаза будущим израильским поколениям и позволит каждому ребенку мечтать. Напомню, что первый в мире лунный аппарат, финансируемый из частных источников, столкнулся с поверхностью Луны в апреле 2019 года во время попытки приземления из-за технической неисправности. We'll be right back.